Да уваги могилевчан и гостей города. С 29 мая по 30 червеня в связи с проведением ремонтных работ часово отбудутся смены у руху транспорту на участку дороги по улице Лазаренко. Так, от улицы Космонавтов и до магазина Евроопт рух транспорту будет только в одном направлении. Отповедно изменится и маршрут автобусов номер 10, 22, 41 и 43, а так само маршрутных такси 6Т, 7К и Т, 33Т, и он будет оживляться по наступной схеме. Улица Лазаренки, улица Будовников, улица Заслонова, площадь Космонавтов и далее на улицу Космонавтов. Будьте уважливы и загодя плануйте свои маршруты.